Всем привет! На моем канале был розыгрыш очередной, и еще будут. До 7 января я продлил розыгрыши, поэтому подписывайтесь и наблюдайте за каналом. Итак, в розыгрыше номер 2 победила Татьяна. Она живет в Киевской области, город Боярка. И выиграла вот такой вот замечательный рубль. И сейчас мы будем паковать его. Такая пузырчатая пленка. И скотчем его. Абсолютно все расходы на мне, поэтому все победители ничего не платят. Доставка на мне, конверт тоже. То есть на выходе получаете монету без каких-либо оплат. Итак, мы положили. Вот монетка. Я уже давненько не отсылал Укрпочты. И мне мои подписчики подсказали, что я делал вот так вот ручкой. Что-то она не пишет. Вот это для того, чтобы не вскрывали почтальоны. Вот такие маленькие хитрости. Можно еще и скотчем заклеить. Наверное, так и сделаем сейчас. Итак, отклеили такой скотчик. Как раз четко сейчас заклеим его. И вот это будет уже наверняка. Потому что через новую почту только отсылаю. Так, на Укрпочте там уже напишут все. Поэтому сейчас идем отсылать. Еще раз мои поздравления, Татьяна. Так, все, друзья, побежал на Укрпочту отсылать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!